этой картошке содержатся антиоксиданты, как в чернике или в красном винограде. Но если чернику, например, 400 грамм мы съесть не сможем и по финансовым каким-то, и по климатическим причинам, то такой картофель отлично подойдет, потому что там небольшое количество сахара. В Японии, например, такой картофель прописывают больным диабетом, из него делают фреши всевозможные. Вот, и он имеет вкусовые качества лучше, чем стандартный картофель, который мы привыкли видеть у себя на грядках.